Сальве, Эцио. Ну, что там? Вас долго не было. Это может заинтересовать вас. Мио дио кимеравелия. А вот и моя лавка. Взгляните на поля. Странные символы. А это название книг. Редких книг. Некоторым из них точно больше 1000 лет. Николо Поло спрятал эти книги здесь, в городе. На карте указано, где. Хм. Да, вам удалось меня заинтриговать. По моим данным, сперва надо найти эти 3 книги. В них могут быть подсказки, где искать остальные. Молто курьезо. Еще один ключ был найден под дворцом Топкапи, но мы успеваем найти остальные. Найден кем? Теми, кто не читает книг. София, вы можете разгадать карту, чтобы я мог найти эти книги? А вы мне их отдадите, когда закончите? Мы что-нибудь придумаем. Юсуф, салюты. Ири сказал мне, что я могу застать тебя здесь. Ну что, ты нашел, что искал? Думаю, да. Это один из 5 ключей Альтаира. Странный артефакт. Ух ты! Ничего подобного в жизни не видел. Тебе надо спрятать его в надежном месте. В нашем штабе, Си. Так я и сделаю. Так что привело тебя сюда? Надо пообщаться с нашими союзниками. Загляну к ворам на базар, к наемникам у арсенала и цыганкам в квартал Константина. Слишком много дел на один день, Юсуф. Давай лучше я пообщаюсь с цыганками. Тем более, в прошлом мне это удавалось нечасто. Ну хорошо, давай так. Если ты торопишься, можешь воспользоваться нашей сетью тоннелей. Ну, там немного спертый воздух, но зато крысы размером не больше собак. Удачи. Грация.